У этой юной леди уже есть армия поклонников в социальных сетях. Она обожает свою семью, друзей, собачку кума, вести канал на YouTube, информатику. И чуть не забыл, она любит танцевать. Саша Лим! Просто шикарное выступление, ты чувствуешь каждый темп. Заодно удовольствие было на тебя смотреть, как ты танцуешь. Спасибо. Я помню, что все мне очень сильно хлопали, а жюри говорили: большая молодец и так далее такое. И меня это больше вдохновило, и теперь я больше стараюсь. Такая скромная девочка, которая выходит на сцену, уже меняется и понимает, что сцена – это то место, где нужно... Если вышел, то нужно до конца показывать, ради чего ты вышел на сцену. Причем красиво, шикарно. В полуфинале я буду танцевать немного кей-попа. Кей-поп – это корейский хип-хоп и современные танцы. И еще одну казахскую песню. Я бы хотела попасть в финал. В образе артиста не бывает мелочей. Все должно быть безупречно. Поэтому за красоту и ослепительный блеск улыбок шоу Central Asia's Got Talent отвечает Colgate. Het is je vrouwtje, ze doet vies bij mij. Alle treintje op het donderdag. Alle jongens hebben stacks. Alle bitches hebben ass. Veel een hoeren op mijn snap. Nieuwe chain, ik ben geblast. In mijn zak heb ik een bom. Pull-up game, super strong. Ты довольна выступлением? Да. Не волновалась? Нет. Вообще ни разу? Нет. Клянешься? Да. Сашечка, боже мой, на тебя посмотришь, это прям все в тебе, все. Вот и красота, и обаяние. Ты лапочка, ты танцуешь круто, звезда. Вот все. Ты просто ходячая конфеточка, сладкая моя. Спасибо тебе. Увидимся чуть позже, хорошо? Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.